Весь цей стіл ми бачимо усіяний косметикою. Це ті речі, які найпершими евакуювала з рідного Покровська наша героїня Оксана Крисків. Про те, як починала все з нуля, розкажемо далі. Розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Звідки ви? Скільки вам років? І чим ви займалися в своєму рідному місті? Ага, я визажист, работаю в этой сфере уже 3 года. Мне 29 лет. Я из города Покровска, в Донецкой области. Вообще я 10 лет работала в Ощадбанке с 18 лет, но у меня всегда была мечта закончить курсы визажиста. И в один прекрасный момент я подумала, почему не исполнять все свои мечты. Нужно следовать за мечтами. И все-таки пошла в один год, и в отпуске я закончила курсы визажиста. Все мои ожидания оправдались, и я заработала очень много клиентов. Я, в принципе, постоянно работала и занималась любимым делом, и это уже прошло 3 года. У вас есть родина, так? Да. Да, у меня есть муж, у меня есть маленький ребеночек, ему 3 года. Он у меня совсем манюнечка, но я в декрете была очень мало, всего лишь 2 месяца, потому что у меня в городе там мама, бабушка рядом, они всегда могли, помогали, подстраховывали. Расскажите, пожалуйста, как вас застала война? Война идет с 2014 года, но нашего города конкретно это не коснулось. Война там была в 60 километров от нас. Конечно, мы слышали это ужасные звуки, мы, конечно, боялись в те времена, но боялись свои квартиры. Понятно, что мы все равно, пока возможно это было, все оставались на своих местах. Но когда, то есть точка кипения произошла тогда, когда возле дома в 50 метрах от меня есть пиццерия, и прилетел туда снаряд. То есть это была бомба. Ради ребенка, конечно, мы решили, собрали вещи и уехали из дома. Мой муж уволился с работы, я тоже оставила всю свою работу, и мы приехали сюда. Мы приехали в марте месяце, сначала мы жили со свекровью 2 месяца. Ну, понятно, что всем нужно жить своей семьей. Конечно же, мы потом начали искать квартиру. Конечно, хорошо все, но цены желают оставаться лучшего. Чи одразу наважилися виходити на роботу? Чи було вам складно знову починати все з нуля? Нет, работаю я с июля месяца. Конечно, очень тяжело, потому что нужно начинать все сначала. Там у меня уже была своя наработанная база клиентов, были свои ученики. Не хотела сразу выходить, потому что была надежда все-таки, что мы вернемся домой. Потом я думаю, что подумала о том, что не нужно ждать, нужно действовать, работать, как-то развиваться. Ось мы бачимо, у вас тут такий дорого, багато стіл. Це все ваша косметика? Да, это еще не все, у меня еще очень много в столах. Це ви вже придбали тут? Ні, тут, звісно, косметику я покупала годами, тобто потихонечку, завжди я за те, щоб покупати щось новеньке, пробувати новинки, щоб косметика була найкраща для моїх клієнтів. Звісно, коли ми уїжджали з міста, ми уїжджали на машині, і перше, що я взяла, звісно, це дитячі речі, і друге, це був великий мій кейс з косметикою, тому що тут вложено багато грошей і багато любви. Другий раз починати, не очень, печальненько немного. Але ви нібито оптимістично налаштовані. Я взагалі чоловік такий оптимістичний по житті, тому я не страдаю особо. Мені найголовніше, що всі мої рідні живі, слава Богу, всі мої рідні здорові, здоровий мій синочок, він рядом зі мною. Для мене це дуже важливо, тому нічого страшного. Тут почнемо працювати, тут будемо людей робити красивих. Звісно, я мечтаю про те, щоб вся війна йшла. Многі мастера ще працюють на 2 міста. Може бути, поїду там поработаю, поїду здесь поработаю. Может быть, такой еще вариант есть. Но мужу моему, конечно, здесь нравится, он здесь родился. А я там, где моя семья.